Торжественным собранием отметили 15-летие Ивангородской организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей». Как всегда в таких случаях, поздравления от администрации города, добрые слова и пожелания. Те тяжелые памятные годы, которые стали основанием для того, чтобы создать эту организацию, давно не сами. Но главное, чтобы молодежь и молодые люди не забывали об этом. На собрании был отмечен вклад в становление организации ее бессменного председателя Риммы Борисовой. Разрешите мне от имени администрации города тоже поздравить вас с этой замечательной датой. 15-летием вашей организации. Самое приятное поздравление для ветеранов – от детей. Вокальные и танцевальные номера были встречены аплодисментами и ответными сладкими подарками. Во время торжественного вечера были переданы поздравления от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. А эмоциональное выступление Николая Захарова не оставило равнодушных в зале. Именно вашими руками была воссоздана наша любимая Родина. Именно вы показали, насколько силен духом советский человек. В заключение торжественной части слово взяла председатель организации. Спасибо огромное, что вы пришли. Спасибо, что поздравили меня. Дай вам Бог. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, Ивангородская студия, телеканал «Ореол».